загружаем лазерный оптоволоконный гравер 30 ватт, излучатель Райкус. Сначала он обматывается вот такую стрейч-пленку, затем будет упаковываться в коробку. В коробке станок обкладывается пенопластом. Все, станок полностью готов к отгрузке. Он отправляется в транспортную компанию ПЭК, а оттуда в Димитровград. Да. Подъем выше. Дополнительная транспортная компания будет жесткая упаковка, также страховка.